Ремонт на трассе Тутаев-Шопша под контролем областных депутатов. Внимание заострили на профильном комитете. Объект один из самых больших, около 37 километров. Темпы Думу не устраивают. В октябре комитет отправится туда с выездной проверкой. Есть вопросы и по другим магистралям. Не уложились в срок на дороге Карачиха-Ширинье. Из-за качества пришлось перекладывать 20% асфальта. На улице 8 марта в Ярославле ремонтируют всего 900 метров, однако работы продолжаются уже несколько месяцев. Объект сложный из-за коммуникаций. Только колодцев на этом участке 60. Поинтересовались и о надежности Добрынинского путепровода после ремонта. Руководитель профильного департамента рассказал, просадку на сооружении будут фиксировать специальные датчики. Обеспокоены депутаты и содержанием дорог, особенно там, где ходят школьные автобусы. Мы на одном совещании ставили вопрос проделать хотя бы какую-то работу к 1 сентября, но надо отметить, что здесь у нас не все получилось. Поэтому просим наше уважаемое правительство еще раз вернуться к этому вопросу с тем, чтобы хотя бы по содержанию провести ремонт на тех дорогах, где у нас курсируют школьные автобусы. У нас большой процент ненормативного состояния автомобильных дорог в Ярославской области. Он где-то приближается к 60. Но мы над этим работаем. То есть, как бы, мы стараемся вот именно те дороги, на которых именно идет движение и школьных, и рейсовых автобусов, в первую очередь приводить в нормативное состояние.